Мистер Поттер. Фрисби. В 1871 году в США пекарь по имени Уильям Рассел Фрисби основал пекарную компанию «Фрисби». Его фирма пекла и развозила пироги. Бизнес процветал. И чтобы клиенты знали, что эти прекрасные пироги испек именно он, Уильям Фрисби, он писал свое имя на дне каждой жестяной тарелки. Но оказалось, что все дело вовсе не в самих пирогах Фрисби, хотя они и были вкусными. Главное — тарелки. Ну да, мистер Оттер. В свободное время курьеры развлекались, бросая друг другу тарелки от пирогов. Что я говорил? Скоро новая игра стала популярной среди студентов по всей Америке. И играющие часто кричали «фрисби», когда бросали тарелку. Проблема в том, что формы от пирогов были слишком мягкими, с острыми краями. В 1948-м была изобретена пластиковая тарелка. Она была менее опасной и получила название «фрисби» в честь тарелок для пирогов «фрисби». Теперь это популярный спорт. Он не очень утомительный, правда, мистер Оттер? Если мы считаем, что у нас есть цивилизация, тогда что она из себя представляет? Сохранившиеся памятники прошлого?